подать заявку, скажите «да». Если операцию вы не проводили, скажите «нет» и ожидайте на линии для связи с оператором. Чавой? Кто это? В таком случае я соединю вас со специалистом. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Уважаемый клиент, здравствуйте. Здравствуйте. Вас приветствует клиентская поддержка банка ВТБ. Меня зовут Кристина. Чем могу вам быть помочь? Не знаю. Смотрите, с вами связалась наша реабилитационная система банка. Что-то говорила, да. Все верно. Смотрите, это касательно вашей заявки на смену финансового номера телефона. Заявку подавали? Нет, не подавал. Скажите, пожалуйста, когда вы в последний раз посещали свой личный кабинет? Ну, не знаю, понятия не имею. Хорошо, я вас услышала. Смотрите, в данный момент у нас отображается иная информация о том, что пару минут назад был произведен вход в ваш личный кабинет. Ну пусть заходит, фиг с ними.